Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 559. Составьте числовое выражение и найдите его значение. Первое выражение – куб разности чисел 9 и 8. Куб разности. Значит, вначале нам нужно записать разность, а потом возвести ее в куб. Чисел 9 и 8. Разность – это 9 минус 8. И теперь нужно в скобочке написать и в третью степень нужно записать. Это будет разность 9 минус 8, куб разности. Теперь вычислим значение этого выражения. 9 минус 8 – это единица. Единица в кубе. 1 умножить на 1 умножить на 1 будет 1. Второе выражение. Квадрат суммы чисел 8 и 7. Значит, нужно записать сумму, а потом возвести ее в квадрат. Запишем сумму 8 плюс 7. Обязательно пишем в скобки, потому что вначале нам нужно вычислить сумму, а потом уже возвести ее в квадрат. Поэтому скобки. Так, ну и найдем тогда квадрат этой суммы. 8 плюс 7 – это 15. 15 в квадрате. 15 в квадрате – это 15 умножить на 15. А это 225. Третье. Сумма квадратов чисел 8 и 7. Значит, нам нужно вначале записать квадраты чисел 8 и числа 7, а затем найти их сумму. Квадрат числа 8 – это 8 в квадрате. Квадрат числа 7 – это 7 в квадрате. Сумма квадратов. Найдем значение. 8 в квадрате – это 8 умножить на 8. 8 на 8 – 64. Плюс 7 в квадрате – это 7 умножить на 7. Это 49. Найдем сумму. Сумма будет равна 113. Четвертое выражение. Разность кубов чисел 4 и 1. Куб числа 4 – это 4 в третьей степени. Куб числа 1 – это единица в третьей степени. Разность кубов. Вот разность. Найдем значение. 4 в третьей степени – это 4 умножить на 4 умножить на 4. Минус. Единица в третьей степени – это единица умножить на единицу умножить на единицу. Но это будет единица. Умножим 4 на 4 – это 16. 16 на 4 – 64. Минус единица. Получаем 63. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.